Всем привет, с вами Андрей. Вы на канале «Рабочие будни в Германии». Сегодня у нас февраль, и осталось совсем немного до марта. В марте уже начинается дачный сезон. Буквально 2 года назад у нас началась эта пандемия с коронавирусом, и до пандемии я занимался столами и стульями. Немножко снимал видео, ездил, брал стулья старые, деревянные в основном, столы, переделывал и продавал. Вот такое у меня хобби было. Когда началась эта пандемия, люди перестали покупать стулья и столы, и немножечко у меня хобби это ушло на нет. Теперь же коронавирус потихонечку отступает, люди стали больше покупать мебель. Так как когда началась в 2020 году пандемия, я продавал один стол, я купил старый, очень такой хороший. Я его полностью отшлифовал, покрыл лаком, потом покрыл бесцветным лаком. Я его практически год продавал, чтобы продать. Ну, вы сами понимаете, когда пандемия, люди боятся встречаться лишний раз с другими людьми. И это все накладывалось. Но, как говорится, времена меняются, и... Сегодня у нас начало, можно сказать, первая серия, называется «Возвращение». Я нашел один такой неплохой стол. Этот стол для дачи, летний вариант, он старый. Сейчас мы с супругой едем его забирать, я его привезу на дачу. И когда у меня будет время, возможно, на днях, я начну им заниматься. Ну что, я на месте, звоню, жду ответа. Ну, вот такой стол дачный, посмотрите. По фотографиям, конечно, он выглядел чуть похуже. Видно, что не новый. Больших сколов нет, это хорошо. В принципе, можно даже просто покрыть лаком сверху. Трещины видны, но это небольшие. Нормально, красивый стол. Он складной, все как положено. Так, ну что, ребятки, подъезжаем еще к одному месту, заберем мы 3 стула, стоят не так дорого, но они старенькие, там копейки стоят, попробую я с них сделать конфетку, как говорится, опыт есть, остальное все приложится. Ехали ко второму адресу, здесь надо забрать 3 стула, стоят совсем дешево, они старые, но они деревянные, так что сейчас, вот посмотрите. Чистота. Так, номер 2, вот он. Подъезд. Дом старый, 50-60-е годы, я думаю, что здесь. Тут, наверное, вот люди ложат, что просто можно забрать, кому надо. Видите, немцы как живут. Раздувается перед дверью. Посмотрите, какие двери старые. Все скрипит. Самый верхний этаж.
Посмотрите, какие двери красивые. Так, короче, вот стулья. Сейчас надо все это вниз унести. Стулья хорошие, деревянные, стабильные. Так что потихонечку пойду вниз. Так, это мне еще стол перепал. Посмотрите, стол такой хороший. Просто надо будет краску старую снять. То есть это нормально. И можно будет также белая краска покрасить. Ну а к столу он еще вот такие мне просто подарил. Стол за 5 я взял. Это у меня за просто так отдал. 3 таких табуретки деревянных к столу. То есть нормально. И это он говорит, если надо будет. Но это я на дачу себе ставлю. Покрасить, и там можно свечки ставить. Внутри есть такая специальная штучка. Она ставится наверх. И все. Так что, ребятки, нормально. Уже начну, есть чем работать. Остановились на светофоре. С правой стороны у нас здесь базар. Проходит по субботам. Посмотрите сейчас, сколько мусора после себя оставили продавцы. И происходит уборка. Это место, это полностью все завалено мусором. Блин, мужик прямо встал перед камерой. И есть еще такие люди, которые приходят под конец, потому что некоторые товары были не проданы, и их просто выбрасывают в кучу. И вот люди, они ходят и собирают вот это все барахло. Потому что не каждый человек себе позволит купить что-то новое, так как у нас в Германии люди с разным достатком живут. И каждый живет как может. Мы сейчас проехали базар. Ну что, ребятки, теперь я везу все это на дачу, в свой гараж, мастерская. Так что минут 5 я буду уже у себя на даче. Ты погляди.